Украинский блокпост, там рядом танк. На нем. Сейчас ищем. Вот смотрите, автобусик у них стоит. Ага. Справа. О, как хорошо видно, да? Да. Все, максимальное приближение. Сейчас мы попробуем зафиксировать это все дело. Вот так, на штативчике. Типа. Смотри, не урони камеру. У нас штатив есть? Нет. Сейчас найдем еще, подожди. Потеряли. С этого блокпоста обстреливают. Вот он, да. Семеновку. Так. Видим, коробка стоит вот. С левой стороны вот там танк стоит. Да, 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 да. Танк. С левой стороны. И техники у них тут было. Вот правее возле автобуса, видишь, как бетер стоит или коробка какая-то, что-то непонятное. Ну, бетер, это бетер. Я видел, что бетер стоял. Это да. Бетер, отчетливо видно. Так. Бетер хрен с ним, а танк куда смотрит? Ну, дуло у него поднято вверх. Ага. Он типа сдается. Это у них идеально. И вот откуда-то вот отсюда вот где-то, по-моему. А подожди, вот это что? Видишь, сейчас посередине, под проводами. Что это такое? Как окопанное что-то, видишь? Угу. А тоже, походу, бетер. Андаль, там, смотри. Вот смотри, вандал, подожди, пока не сбил. Да-да-да, это бетер. И вот еще правее, смотри, в зеленке что-то у них стоит. Угу. А там дальше в зеленке минометы. Там на видео, реально, я сейчас не могу так посмотреть издалека сейчас. Там дальше в зеленке минометы. Подожди, люди ходят. Даже людей видишь? Ну вот смотри. Знамя ихнее висит, украинское. Вон, смотри, вижу. Развивается. А, я вижу. Видишь? Так, укропы вывесили свой флаг и долбят нас. Так, надо бы эту позицию разбабахать нам. А в зеленочке стоят минометы. Сейчас будут залпы, мы увидим. Да не минометы, то грады, скорее всего. Грады. Сейчас грады стоят. Ну, и минометы там и грады стоят. Сейчас по нам долбят постоянно грады. Да все, тормозим, мы все сняли. Да.